Сельский округ Сарай – один из крупнейших в Ошской области. Здесь проживают более 26 тысяч человек. Садыкжан Турдалиев – один из делегатов, который поедет отсюда на Курултай. Сегодня составляет список наиболее наболевших вопросов. В его первых пунктах – очистка территории от отравляющих веществ. Вопрос не решался со времен распада Советского Союза. В Сарае есть место, которое называют старый аэропорт. Там есть яды, и они остаются там до сих пор. Это очень опасно для детей, для скота. Сколько раз мы обращались к местным администрациям, но этот вопрос не решается. Поэтому я хочу поднять его на Курултае. Также в связи с расположением рынка Красо остро стоит и проблема расширения водоснабжения. При этом есть и потребность в строительстве многоэтажных домов. Камильган Абдибаитов, второй делегат Курултая сельского округа, говорит, что если налоги, которые платит рынок Красо, будут возвращены сельскому округу, то эти социальные проблемы будут решены. Карасойский рынок находится на территории нашего сельского округа. Раньше все налоги уходили к нам. У нас было 144 миллиона сомов бюджета. Мы были на первом месте в южном регионе. Мы сами решали все социальные вопросы, строили садики и школы. Теперь налоги уходят в другое место. Наш бюджет стал меньше. Мы хотим, чтобы доходы от этих налоговых поступлений добавили нам. Хочу поднять этот вопрос. В местном съезде 5 ноября приняли участие 150 делегатов из 7 сел сельского округа. Из них выбрали тех, кто набрал наибольшее количество голосов. Все прошло открыто, чтобы не было сомнений, мы транслировали местный Курултай в социальных сетях. Все желающие могут посмотреть и запись. По мнению наблюдателей, важно, что делегатов на Курултай выбирали открытым голосованием. Все делегаты были выбраны открытым голосованием. Люди могут не только хвалить власти, но и критиковать. И президент, и глава Кабмина должны все выслушать и выбрать пути решения проблем. Вопросы, которые обсудят на первом всенародном Курултае, положат начало решению целого ряда наболевших проблем, уверены эксперты. Алена Смирнова, Зайнат Ибраимова, Эдиль Алеев, ЛТР, Ошская область.